Руководство разведотдела представило его к ордену Отечественной войны второй степени. Но посчитали, что и это высокая для него награда. Понизили на один уровень, наградили орденом Красной Звезды. И этот орден его нашел через 25 лет уже в Самаркандской области, где он находился на высылке. Человек, который сделал для освобождения Крыма больше, чем многие-многие, допустим, из тех, кто сегодня называют себя героями. В конец исхудавшие, это была только кожа и кости, они грызли картофельные очистки и шелуху лука. И в этом состоянии он нашел своих детей. Он попросил местного узбека повезти этих детей на своей телеге до станции, но дети не могли ехать на телеге. Они были настолько истощены, что бились кости, дети плакали, и он вынужден был взять этих своих детей на руки и где-то километров 15 пройти пешком. Он сам их выходил. Они выжили, эти дети. Это человек, о подвиге которого мы должны писать, говорить. И так, к сожалению, получилось, что Ришат Аметов – это внук Аметова Кадыра. Я это говорил на конференции, вот сейчас вам говорю. Вот так получается, что наша судьба настолько трагична, что одни трагедии переплетаются с другими трагедиями.